Всем привет! В сегодняшнем видео приготовим шашлычный кетчуп. Что нам понадобится? Состав: помидоры 1,2 кг, картофельный крахмал 1,5 столовые ложки, молотый красный и черный перец 1,5 чайные ложки. Вот у меня здесь уксус 50 мл 9%, соль 1 столовая ложка и сахар 90 граммов. Нарежем помидоры. Помидоры, естественно, нужно брать мытыми. Так, помидоры готовы, опустим их через мясорубку. Можно блендером взбить, можно просто нарезать очень меленько. Смотрите сами, как вам удобно. Так, мясорубка, емкость. У меня сковорода. Погнали! Помидоры я прогнал через мясорубку. Теперь плитка, сковорода, врубаем и доводим до кипения. Так, как видите, начало кипеть. Если хотите избавиться от косточек и шкурок, то проварите несколько минут и пропустите все это через сито. Я не буду пропускать. Я проварю сразу 10-15 минут. Если слишком густо, добавьте немного воды, если вам так кажется. Все, варим. Варим еще 10 минут. Так, ну что, 10 минут прошло. Половину стакана отольем соуса и смешаем с крахмалом. Теперь крахмал пересыпем обратно. И будем варить еще 5 минут. Соус готов. Пусть остывает. Потом попробуем. Будет наверняка очень острая фигня. Так, все, ребята, соус готов. Пробуем. Я кого я обманываю? Хорошо. Можно даже закатывать на зиму. Нужна, правда, лимонная кислота, по моему мнению, чтобы он хранился дольше. Все, всем пока. Подробные рецепты данного соуса есть в статье. Ссылка в описании на сайт, на наш сайт. Пользуйтесь, пожалуйста, подписывайтесь. Лайки, дизлайки, комментарии. Все как обычно.